Капитальный ремонт дорог округа завершен на 90%. 37 проезжих частей уже обновили. В планах еще 4. Сейчас спецтехника приводит в порядок участок улицы 3-е почтовое отделение. Подробности в нашем сюжете. Гул спецтехники разносится по улице 3-е почтовое отделение уже несколько дней. Два десятка рабочих срезают отслуживший свой асфальт и кладут новое дорожное покрытие. Оно не потребует ремонта как минимум 3 года. Подрядная организация гарантирует, если асфальт даст слабину раньше, спецтехника вернется на 3-е почтовое отделение. Администрация это очень строго отслеживает. Сразу пишет письмо подрядной организации. Подрядная организация сразу же должна выходить и устранить по гарантии. За ближайшую неделю план по ремонту проезжих частей должен быть выполнен полностью. На ремонт 41 дороги в этом году выделено 168 миллионов рублей. В администрации уже готовят план дорожных работ на будущий год. Мы осмысливаем, продумываем, советуемся с нашими жителями. Мы мониторим социальные сети и ставим задачу в следующем году те дороги, на которой идет максимум нареканий, те дороги, которые сегодня требуют ремонта, их включить в ремонт. И ставим задачу, чтобы жалоб со стороны жителей не было на дороге. На каких улицах в следующем году будет работать спецтехника, во многом зависит от жителей округа. В администрации ждут сообщений люберчан о проблемных дорогах, которые заждались ремонта. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.